нас – это Иволгинский Дацан, крупнейший буддийский комплекс в России. Здесь хранится тело духовного учителя Даши Доржои Тигелова. Несмотря на то, что он умер более 100 лет назад, его ученики верят в то, что он все еще жив и находится в состоянии нирваны. С точки зрения буддийской философии, он совершил уход. Каким образом? Он постиг себе, то есть, ну, внутри себя он создал, как называется такое понятие, как ясный свет. То есть свое сознание можно сделать так, ну, то есть совершив уход, сделать можно так, чтобы оставить частичку, наверное, своего сознания или какой-то, может, след своего сознания, и сделать так, чтобы все твои физические процессы в твоем теле, да, они сохранились, как при живом человеке. В 1927 году Итигелов собрал своих учеников, чтобы сообщить о том, что должно произойти с ним после смерти. Тогда Итигелову было 75 лет. Он завещал, чтобы его тело захоронили в той позе, в которой он умрет, и эксгумировали через 30 лет. В конце 50-х последователи извлекли тело Итигелова из земли и обнаружили, что оно не пострадало от времени. С ним совершили необходимые обряды, переодели и снова захоронили. В 2002 году тело было извлечено опять, и вновь никаких признаков разложения не обнаружено. Возможно ли это? Ученые и богословы пытаются разгадать тайну Хамба-ламы и Итигелова. У каждого свой ответ на этот вопрос. Ученые называют это загадкой и необъяснимым феноменом, а здесь, в храме, все объясняется верой. It's all about faith. Но как это возможно в реальности? Хамба-лама Итигелова сегодня как система, да, сохраняет свою организованность на протяжении очень большого количества лет. Причем его тело находится совершенно в разных, довольно таких драматически изменяющихся ситуациях. Да. Представляете себе перепады температур в Бурятии, страшный холод зимой, страшная жара летом, дожди, засуха и так далее. Да. То есть он каким-то образом, несмотря на все это, он сохраняет свою организованность, что, конечно, возможно только для открытых самоорганизующих систем, да, диссипативных, находящихся в неравновесном состоянии. Каким образом это он осуществляет, ответить достаточно сложно, потому что обычно открытые системы, они обмениваются с внешней средой, веществом, энергией, информацией. Но явного обмена веществом и энергии с внешней средой мы не наблюдаем. Существует предположение, что тело ламы было забальзамировано при помощи специальных солей или египетских техник мумифицирования, но ни одного точного научного объяснения пока нет. А если и есть, раскрывать его никто не собирается. Как бы то ни было, поверить во что-то можно только тогда, когда увидишь это своими глазами. Когда дверь в главный храм открылась, я не знала точно, что именно там увижу. Камеры попросили оставить снаружи. Мы только что вышли из храма Хамба-ламы, в котором хранится его тело. Внутри это красивый храм, ничем не отличающийся от других. Тело Итигелова находится там за двойным стеклом. Он сидит в позе лотоса с валившимися глазами. На нем желтое одеяние. Не знаю, что вы об этом думаете, но независимо от того, какое объяснение вы выберете, научное или религиозное, я уверена, Хамба-лама не будет против. Табанг Мацей у храма Хамба-ламы, Улан-Удэ, Сибирь, РТ.